Всем привет. В общем, я вот выполнил заказ в Воронеж. Это две формы, ласточкин хвост и сквозная оливка. Ласточкин хвост от 130-150-170 грамм. Вот тестовые отливки. Был отправлен, я не помню, рисунок или фотография грузика. По фотографии проектировали. Скорее всего, по фотографии. Еще какие-то были размеры, по-моему, клиентам указаны, какие он хотел бы. В общем, влезло по его размеру всего лишь 3 груза, форму. Но они массивные, достаточно. В общем, такие хвосты ласточкины. И оливки сквозные от 1,5 грамма до 10. Сейчас я их постараюсь показать. Такие ромбовидные грузики. Вот эту отливку. От самых маленьких это 1,5 грамма до 10. Такие малышата, малесята. Маленькие такие. Тут полторущика на конце. Тут у меня 3,5 грамма на конце, а тут десяточка, по-моему, десятка, а тут пятерочка. Такие мелкие грузики. Все, отправка сегодня. Вот я проливал. Примерно оно будет выглядеть. В общем, такие две формочки. Кому понравилось это видео, подписывайтесь на канал, и кому нужны заказы на такие формы, то под видео будут мои данные, вайбер, ватсап, туда пишите. Все, всем пока-пока.